It's a здравствуйте, дорогие друзья, с вами Basketball. It's Chicago, United States, с вами Greg Popovich. Итак, мяч у Григория Кузенца, который вернулся. Ну что, вот мы и, конечно, вернулись, очень много не было. И вот у нас опять появился новый тренер Василий Карасяв. И вот подбор с Пьером Бушер, Эрн Баш у нас делает уже два подбора и делает, в какую сторону изменился наш дорогой друг. Забивает Егор Комаров. Как вы уже, если вы следите, правда, за нашей группой, то вы уже видели новость, что на Кусенце Калюсинец ЕС. Итак, Rising League перехват у нас у Левшина, сейчас вот, да, у Левшина, он делает свой какой-то кроссовер против Кусенца, памфейка, и ЕС. Хоть и, как бы, Сергей Рымбаш вернулся, кроссовер, который у нас делал когда-то Сергей. И вот делает потери. Бросяк, no. Офигенный бросяк, yes. Левшин очень хорошо разыгрался. Но сейчас он пришел в баскетбол. И вот у нас... yes. Александр Алешин сделал спин. Да, необычные броски. И иногда они забиваются. Что я могу сказать? Вспомним о Сергее. Если вы сейчас не удивляетесь, что у нас Максим Левшин забил вон щат, для него это очень хорошо. Да, для нашей лиги. Александр Левшин забивает, да? Сначала Максим Лихуне. Еще раз. И yes! Отлично. Четверт. У нас была пробежка. Oh, one a crossover. And yes, my goodness, wow, Warner. Это было у нас Максим Левшин, но он ушел от сезона. Набирает у нас Сергей Муш, и у нас Максим сразу спокойно ведет. Передача, необычная передача на Егора Комарова от Максима Левшина. Какая-то глупость, и у нас бросок. Oh my god. Неужели мои айс это увидели? Я просто це сказал бы Джейсон Кит, но сегодня скажу это я, и он делает еще раз перехват. Я просто це бросяк, yes! На последних, как бы, минутах у нас хорошо работает Егор Комаров, yes! У нас просто Вульфс разрывает на последних минутах, остается минута, и у нас Black Shad в исполнении Максима Левшина. Ёпте!